Алена Несенко. Здравствуйте, Андрей Андреевич, мы с мамой ваша ученица. Скажите, пожалуйста, когда можно будет вернуться домой в Херсонскую область, село Станиславу? Будет ли целым наш дом? Нарисовали ваш символ на всех объектах территории дома. Было 4 прилета ракет возле дома, вылетели окна и двери. Сейчас находимся в Винницкой области. Заранее огромное спасибо за ответ. Дом останется у вас целым, но очень пострадает, потому что будут и окна выбиты, и так далее, и так далее. Когда можно будет приехать к вам и находиться там? Можно будет приехать аж в конце, в начале июля. То есть весь июнь вам туда ехать не нужно. Поэтому, извините, хотел бы сказать другое.